Приветствую вас, ребятки, меня зовут Дмитрий, и сегодня вот такой вот маленький спецвыпуск, так как вышла такая игрулька, как Glory of Generals 2 Ace на Android. Да, многие ожидали этого, клянчили, прям ныли, ну, как обычно. Да. Так, запуск. Да, хочется отметить, что сразу доступен не только по дефолту китайский язык, но доступен сразу и английский. Надо будет просто вам щелкнуть на значок языка. Да. А так все то же самое абсолютно, что мы видели в моем прохождении на iOS, то есть версия абсолютно такая же. Да. Вот такие дела. Та же самая компашка. Можно опять же имя поменять. Какой-нибудь мой шабудо. Вот. Так. Давайте один уровень тестово прогоним. Бам. Как вы видите, абсолютная работоспособность, никаких лагов на эмуле не вижу. Да. В Kingdoms Conquer в том же присутствовали всякие висяки. FPS-ки поседали и тому подобное. Тут более-менее ничего. Тут более-менее ничего. Так. Вот как вы видите. Ноут. Смена хода. Можно пропустить все это счастье, чтобы побыстрее закончить. Так. Так. Опять же, демонстрация возможностей новой игры. На Android. Вот как вы видите, все очень и очень хорошо сделали. Практически как на iOS, только мне лично играть, конечно, было бы удобней здесь. На эмуляторе, потому что на iOS напряжно видеозахват вести. Многие замечали, что проблемы иногда со звуком бывали, потому что на iOS коряво достаточно реализована технология видеозахвата. Вот так вот. Да, кстати, мы управляем юнитом донатным здесь. Вот такие дела. Кстати, насколько мне известно, на Android очень много любителей повзламывать. Я очень надеюсь, что кто-нибудь все-таки сможет это сделать, потому что дальнейшие миссии, вот сейчас мы с вами на iOS проходим пятую кампанию, там уже напряги идут. Было бы неплохо какого-нибудь донатного юнита разблокировать. Такого не мамонта, кого-нибудь покруче. Вон там. Хотя бы лодку вот эту. Да. Такие дела. Ну, все, наверное, я вам рассказал. Дальше познакомитесь с игрой вы уже через мое прохождение, кто не видел. Ну, или самостоятельно. Вон вторая миссия доступна, но проходить я ее уже не буду. Сами отыграете. Да. А на этом я спецвыпуск завершаю. Меня зовут Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения, которое идет на канале сейчас. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!